И вы справедливо заметите. И чем довела тебя эта милая женщина? Просто меня растрогало такое редкое в наши дни человеческое отношение. Я жадно жевала хачапури, пока та клиентка, которая принесла его мне, в сердцах объясняла моей клиентке, которая сидела на процедуре и ни о чем не подозревала. Вы представляете, она с 12 часов не ела. Как это? Кать, ты что? Жуй нормально, не отвлекайся. И, пользуясь тем, что рот у меня занят, они начали меня бурно обсуждать. Ну ты, Кать, меня, конечно, удивила. Да эту запись ей составляют администраторы. Они даже ее в известность не ставят, что кого-то записали вместо ее перерыва. Так надо с ними поговорить, что за скотское отношение. Ешь, не отвлекайся. Я пойду администратору скажу, чтоб чай сделала. Да-да-да, а я прослежу, чтобы она все съела. Разумеется, все в меня тогда не влезло. Но я до сих пор с теплотой вспоминаю эту свежую выпечку. Сочную, сырную начинку со свежей зеленью. И то, с каким лицом клиентки смотрели на моего администратора. Да, были времена.